умопомрачительные результаты, но надо признать справедливо. Первые китайцы железные. Вы знаете, просто потрясли. Но в то же время что-то есть. Какая-то сермяжная правда в словах Максима Тронькова относительно того, что им, хотя они двукратно олимпийские чемпионы, не прощают ошибок. Что-то есть. Никогда нашим не будут прощать ошибок. Тем более ну и не надо прощать ошибки, но ошибок не будут прощать, потому что это континент тоже фигурный. И сейчас они хотят восстановить былую славу американского, канадского фигурного катания. Хотят проводить здесь туры, как и было раньше. Интерес к фигурному катанию здесь потерян. И в это время, когда он потерян, они многое проводят в Азии, в Китае, в Японии. Поэтому это не новость. А семья Кокнирин тем временем — это лучшая американская пара. Естественно, ее будут встречать очень-очень тепло зрители, как минимум. На четвертый уровень выкатывают Тодес. То, чего не удалось Максиму Тронькову. Кто технический контролер? Технический контролер Рита Зонаке. Вам лучше знать, что это. Наверное, канадка. Бельгийка пишет. Интересно. Да, из Бельгии, Рита Санаке. Из Бельгии? Там вообще фарту катания никогда не было, да, я знаю ее. Не было, не ожидается. Никогда ни одна пара туда не заезжала. Там с трудом люди в одиночном катании катаются, с трудом, с большим. Ну да. Фандерпарен да Йорик, вот они. Все бельгийское фигурное катание. Да-да, я их всегда встречаю здесь. Люди, которые вышли, они там не всегда. Очень много получают за технику Семека Книрин при условии того, что он свалился с Сальхилда, и в целом сам уже заход на этот параллельный прыжок был отнюдь не идеальным. 39, но это не смешно. Это просто не смешно. Давайте послушаем, что сказали Ксюштову с Федором Климовым, потом посмотрим, что же получат американцы. А что ты сказал в 38? Перед этим, после фантастического выступления в финале Гран-при, мы знаем, что вынуждены были пропустить и Россию, и Европу. Можно ли сказать, что в этом смысле труднее вам, еще труднее было выходить сегодня на лед? Ну, нелегко, как начали новый сезон, можно сказать, после такого периода. Ну, ничего, справимся. Если говорить об оценках, нет ли ощущения, что не додали чего-то? Как катались, то так и получили. Прокат был не идеальным. И, соответственно, оценки такие же. А чего, на ваш взгляд, не хватило все-таки в настрое? Что-то было не то? Ну, 2,5 месяца пропустили, поэтому, конечно, где-то какая-то еще не накатанность. Потому что 3 недели всего было на подготовку. Да, ничего. Времени немного не хватило. Просто мы готовились сейчас вот 3 недели активно так, и в идеале, конечно, нужно было побольше. Но, тем не менее, будем болеть за вас произвольно. Спасибо. Вы проводили и проводит
и будет проводить всегда туры, поддерживает интересы, у него работают лучшие тренеры. Вот так вот, сейчас нам становятся видны первые оценки американского дуэта, и, честно говоря, они вызывают некоторые вопросы. Как с падением, с отнюдь не идеального захода на тройной сальто, эти спортсмены ухитрились получить за технику больше столбовой Климова и практически столько же, что его сажат Проньков? АМЖ не АМЖ, но эти ворота... Это американский чемпионат. За технику? Я никогда не говорю про это, потому что я вообще люблю американцев. Я здесь много работала, и они относились ко мне как к родной сестре. Татьяна Анатольевна, за компоненты я все пойму. За технику. С падением, с баллом дедакшена. Мне совершенно это непонятно. Я только могу только так... Вот он результат. 71.37, но обратите внимание на оценку за технику. Больше, чем у столбовой.